Приветствую вас, и коли вы просите оценить вашу ситуацию со стороны, я могу сказать следующее, что вы идеализируете любовь, и на мой взгляд, так сказать, придерживаетесь того, что я называю корыстной любовью. То есть это любовь, это отношения, это чувства, которые возможны для человека только в том случае, если будет какая-то отдача. Если же отдачи никакой нет, то, соответственно, такие чувства, такие отношения не нужны, по мнению. Ну, по мнению, допустим, человека. И вот вы говорите, что верите в настоящую любовь до гроба. Это идеально, настоящей любви до гроба не бывает. По крайней мере, без изменений. То есть любовь трансформируется, она становится другой, а такой любви до гроба, которая вот появилась бы и прошла на протяжении всей жизни, такого нет, потому что это означало бы, что человек на протяжении своей жизни не развивается, это означает, что человек не меняется, а это означает, по сути, остановку жизни. То есть сама жизнь, она как бы, сама природа жизни определяет изменение любви. А это значит переход, перетекание ее в различные формы. Не всегда те, которые, ну, которые ожидаются, по крайней мере. Поэтому вы идеализируете любовь, и, на мой взгляд, вот этот момент того, как вы воспринимаете любовь, он, на мой взгляд, он достаточно показательный. Показательный в плане того, что вы не живете здесь сейчас. Вы живете, по сути, будущим и желанием себя обезопасить, желанием, может быть, себя как-то защитить. Вопрос, ну, вопрос, понятное дело, только от чего, да? Если вы себя защищаете, то от чего вы пытаетесь себя защитить? Это достаточно важный момент. Вот. Но правда в том, что вас в целом отношения к любви, на мой взгляд, ну, такое, знаете, в какой-то степени потребительское, что ли, вот, потому что вы как бы считаете, что человек должен принять решение, да, а при этом самостоятельное решение вы принять не хотите. То есть вы хотите, чтобы именно мужчина принял решение, а не вы. Вот. А при этом вы игнорируете то, что вам не нравится, условно говоря. То есть, вы игнорируете то, что вас не устраивает то, как человек себя ведет. Вот вы, несмотря на то, что как бы его ценности отличаются от ваших, вы продолжаете от него что-то требовать, и, на мой взгляд, это, в общем-то, хороший пример невротичных отношений, то есть отношений, где, условно говоря, один человек, один партнер за счет другого пытается что-то для себя получить. Ну, ничего хорошего в этом нет и быть, в принципе, не может, да, вот, потому что это, ну, как бы, путь в никуда,
Дальше, значит, да, мужчина демонстрирует то, что вы ему не столь важны, по сути, перед лицом ответственности, да, перед лицом того, что ему нужно будет сделать, да, и так далее. Да, он демонстрирует этот момент, то, что вот не особо-то вы ему нужны в этом смысле, и то, что ответственность его текать, там может быть слишком быстро. И здесь я бы сказал, что вопрос связан с тем, вот, что у вас есть ожидания к человеку, и они, эти ожидания, ну, явно не соответствуют тому, что на самом деле есть, потому что на самом деле присутствует, вот, потому что на самом деле человек себя представляет. То есть мне кажется, что вы игнорируете и не видите реального человека. Вот. Игнорируете и не видите реального человека. Вместо этого видите того, кого вам хочется видеть. Конечно, вы можете это делать. Но какую цену вы платите за это? Большой вопрос. Понимаете, да, что я имею в виду? Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. То есть вы сейчас расплачиваетесь за свои ожидания, а вы сейчас расплачиваетесь за не совсем адекватные ожидания, вы сейчас расплачиваетесь за то, что видели человека не таким, какой он есть, да, то есть видели того, кого хотели видеть в большей степени, чем то, что он есть, ну, то, кто он есть на самом деле. Вот. И как бы да, это вот достаточно болезненно, конечно. Совершенно очевидно, что это болезненно для вас. И болезненность этого ясна. И с ней надо работать, что, вот. Ну, чтобы не зависеть так сильно от другого человека. Вот. Вам нужно решить, если, понимаете, еще один важный момент, вот то, о чем я не сказал. Еще один важный момент, это то, что вы обобщаете. То есть вы говорите, что там какие-то вещи для нас важны. Для вас важны, не для нас. Какие-то вещи для вас важны. Это правда. Для вас, но не для нас. Потому что когда вы говорите для нас, на мой взгляд, вы как бы ответственность перекладываете ответственность с себя, это то, что волнует вас, на другого человека. И в частности,
в частности, проблема заключается в том, что за себя, возможно, я не знаю наверняка, но за себя вы не так-то уж и ответственны. Вот. Кроме того, есть вариант, ну, есть важный факт того, что вы встречаетесь на расстоянии довольно долго, и я верю в то, что, ну, то, что вы любите друг друга, но я также знаю, что отношения на расстоянии – это что-то такое довольно-таки проблемное, как правило, и нужно смотреть, да, а если у вас то общее еще, или уже нет. Или вот, грубо говоря, в какой-то степени это иллюзия. Может быть, вы или он вырос, переросли и хотите двигаться дальше. Вот. Но я, безусловно, понимаю, что вам это может быть болезненно. Но, конечно, будет лучше, если вы будете смотреть на вещи реалистично. А пока, мне кажется, вы слишком сильно уходите в романтику. Вот. Может быть, это неплохо, что вы уходите в романтику, но мне кажется, это вас, отрывает от, земли, вот. То есть мне кажется, что вы, благодаря этому, не очень хорошо себя слышите, не очень хорошо себя понимаете. Мне кажется, что вы воспринимаете себя и человека не очень хорошо в этой ситуации. Вот это то, что я могу вам сказать. То есть, с точки зрения психологии, это такие, знаете, отношения к костыли. Вот с точки зрения психологии, это вот это отношение к костыли. То есть, когда один человек за счет другого пытается образно говоря, сохранить свою, какую-то целостность, да, какую-то свою статус-кво, свой статус-кво, это сохранить, вот. И, к сожалению, это не получается. Ну, точнее, с огромным таким большим трудом это получается. Вот. Как мне видится, по крайней мере, этот момент. Вот. Я могу тут, конечно, ошибаться, я могу тут, конечно, быть неправ, но выглядит все примерно вот таким образом.
Что я могу сказать? Ну, я могу сказать, что имеет смысл вам обратить внимание на себя, на свои собственные мысли, на свои собственные цели, чувства. Допустить, что мужчина с вами может не быть, вот. Не потому, что вы какая-то плохая, или, там, с вами что-то не так, а просто потому, что что-то может закончиться. Это нормально. Никто не говорит, что это не может быть больно. Никто не говорит, что это не может быть болезненно. Никто не говорит, что это не может быть травматично. Вот. Но, тем не менее, это, как мне кажется, вполне реально. Вот. Это то, что я могу вам сказать. На этом все, в принципе. Я надеюсь, что вам это будет полезно. Я надеюсь, что вам полезно то, что я вам ответил. Надеюсь, что вам это было интересно, то, что я вам ответил. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, вот, и надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.